Друзья, видео на бытовые темы. Тема номер один. Как помыть заледеневший холодильник? Вот смотрите, у меня там какой слой уже льда. Его ни разу не размораживали за последние месяцы. А в Азии очень жарко. Холодильники здесь такие слабенькие. Такие вот пластиковые какие-то здесь дверцы. Ну, в общем, первым делом что нужно сделать? Нужно вытернуть штепсель из розетки, то есть отключить его от электричества. Потом у многих, у кого-то уже стоит такой поддон для воды, да, если нет, то ставить что-то типа поддона. Смотрите, у меня он уже полный, поэтому надо его вовремя сейчас слить. Вот хорошо, что я подошел. Ну и все, это начальный этап. Ждем, пока сливается водичка. Ну, можно уже начать его потихоньку мыть, потому что быстро он очень становится грязным от фруктов, овощей. Вот сейчас начну, да, просто тряпочкой, мыльцем, и приведем его в правильный, в чистый вид, и обратно потом включим в розеточку, и он начнет у нас опять морозить. Стоп, рекорд. Да, лучше там руками самим не шебуршить, лед не откалывать, потому что начинает вот отваливаться такими кущищами, да. Прям его берем и в окошечко, чтобы он тут у нас с вами не таял, не капал в поддон вот этот. Вот я просто выбрасываю вот так вот и все. Ну и ждем дальше, пока отвалится вот эта вот вся масса тут у меня. И все, я потихонечку сейчас между деланиями других видео буду его мыть, подмывать. Наводить порядок в хате. Все, друзья, разморожка подошла к концу. Вот выпали последние льдинища. Все, можно начинать моечку. Холодильник должен быть чистым, как и все углы в вашем доме. А что мы делаем вот с этим совсем добром? Да просто поливаем. Вот и все. Друзья, дальше что мы делаем? Мы набираем водичку, одеваем перчаточку лучше, да? Ну, кто-то хочет. Набираем водичку в тазик там или во что-то еще. Вот я просто взял средство для мытья посуды, ничего там не нужно покупать экстра. И вот этой водичкой сейчас тщательно будем промывать все углы нашего с вами холодильника. Вот. Раз, два, три. И понеслась. Так вот тщательно. У нас с вами отключен, не забываем, да? И так вот тщательно его везде там промываем, все, что здесь прилипло. Можно вынуть вот эти штуки, да, в принципе. Кто-то вынимает эти полочки. Я не вынимаю, холодильник не грязный, я думаю. Может быть, так получится. А, нет. Стоп видеорекординг. Вот эти вот все полочки, их можно, перед тем как мыть, их можно вынуть и помыть отдельно. Они все снимаются, потом ставить обратно, и будет так лучше, наверное. Стоп, видеорекорд. Вот я все из него вынул сейчас. Вот эти вот полочки еще снимаю, да, и все остальные. И я спокойно несу их вот в раковину и буду их мыть отдельно. Стоп, видеорекординг. Ну вот, как видите, все прекрасно получается. Да, надо сначала было чуть-чуть, конечно, здесь разобрать. Но это не вопрос. Вот сейчас камеру уберу и разберу. Просто одной рукой неудобно и снимать, и мыть. Что-то я не подготовился. Ну вот, сейчас продолжаем мыть. Видите, половину уже помыл. Все довольно-таки быстро и четко. Стоп, видеорекординг. Стоп, видеорекординг. Все, эти части я уже все помыл, вот они у меня сушатся спокойно. И сейчас я приступаю уже к мытью. Забыл одну снять. И вот я уже приступаю к мытью самого холодильника. Начинаю сверху вниз тщательно все это смывать. Пусть льется на пол, ничего страшного, потом протру. Хорошо, что холодильник небольшой, моется он довольно-таки быстро. Но вот у кого побольше холодильники, большая семья, там, конечно, дольше это все занимает времени. А вот я вот, видите, просто я беру и мою, и все. Здесь
Обычно видите, сколько вот этих частях какой-то всякой какой-то, то ли грязь, то ли еще что-то здесь зарастает в Азии, все быстро. В общем, промываем, здесь тоже нужно снять эту штуку. В общем, все моем, до встречи. Стоп видео рекординг. Ребятки, как я говорил, да, грязь, вот она, копится вот в этих вот, в резиновых прокладках. Посмотрите, сколько здесь, смотрите. И все черное в плесени. Это все нужно убирать, обязательно нужно убирать. Это все, потому что оседает на еде, да и просто неприятно такое иметь у себя там, где хранятся ваши продукты, которые вы потом кушаете. Стоп видео рекординг. Теперь просто набираем обычной воды. И сейчас нужно просто мыло смыть из холодильника то, что там осталось. И все, можно загружать и включать потихоньку. Стоп видео рекординг. Воду то, что налили, вот, берем просто тряпкой половой и собираем ее, протираем. Если маленький холодильник, можно подвинуть. Все, она потом нормально высохнет, как обычно. Грязи не так много. Ну вот, видите, смотрите, уже другое совсем дело. Чистенький, приятненький. Вот я его сейчас загружу и буду включать. Все. Живите в чистоте. Всем добра, пока. Это был Артем. Я решил холодильник сразу не включать. Вот оставлю его таким открытым, чистеньким, чтобы он у меня посох, а потом уже чуть попозже включу и начну пользоваться. Смотрите, какая чистота, как приятно на него смотреть и хранить в нем те продукты, которых у меня, в принципе, так-то немного. Но все равно глазу приятно.